Глава Крыма Сергей Аксенов предложил продумать альтернативные варианты маршрута для проведения Парада Победы в Симферополе. По его словам, проспект Кирова может частично обвалиться. Такая вероятность существует из-за прохождения тяжелой техники через два подземных перехода. Перекрытие одного из них могут не выдержать нагрузки и рухнуть. На этой неделе планируется очередное заседание комитета, который занимается организацией празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной, где и рассмотрят альтернативные варианты. Напомним, по пути следования парада на проспекте Кирова два подземных перехода. Возле Совета министров на площади Ленина и возле ЦУМа.